29 января на территории Десногорска прошел профилактический рейд ГИБДД. При поддержке ОМОНа и Росгвардии сотрудники полиции проводили осмотр автомашин на наличие запрещенных веществ и предметов. Таковых у десногорских водителей за несколько часов проверки обнаружено не было, зато были другие нарушения. Один процент пропускаемость. Так называемая глухая тонировка передних стекол автомобиля запрещена. В случае с этой машиной пропускаемость света всего 1%, вместо требуемых по правилам не менее 75%. Автолюбителю выписан штраф в 500 рублей. Всего же за время рейда за тонировку выписано 10 протоколов. Всем водителям вынесены требования на устранение правонарушений. В противном случае будет составлен новый протокол. Неповиновение распоряжению сотрудника полиции. А это новый штраф. 207. Кроме того, было составлено 3 протокола на пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Со всеми участниками движения были проведены профилактические беседы.